Привет, друзья, подписчики мамы. Заходим в турнир по Бейблейду. Сегодня я взял свои супер сборки. Там уже участвуют люди. Значит, смотрим. У меня сегодня потрясающий мастер Диаболос. У меня сегодня потрясающий World Гелиоса. У меня сегодня Темпест Триггер. Лангинус раз. Лангинус два. Одексас красивый. Биг Бэнг Регалия Генезис. И, конечно же, Инфинити Ахиллесиус с драйвером вот такие. Более того, два драйвера, и там еще у меня есть допчики. Погнали, у ребят расспросим. Привет, ребята! Готовы с ним побеждать? Да! Что взяли за сборки сегодня? Я Джорбунгера взял. Братан, ты не выиграешь Джорбунгера. Надо менять что-то. Я еще один раз взял. Так, вот. Вот это рактовор не нравится, вот это рактовор нормальный. Ты тут поверишь, да? Чей рактовор-то? Мой. О, вот у тебя есть шансы. Нет, вот давай. Подожди, я защиту возьму. Давай, бери защиту. О, смотри, смотри. Мажор пришел. Смотри, у него Кельвин Кляйн. А он сидел, ничего не делал. Это мне? Давай, давай. О, это самый лучший чувак, красавчик. Кельвин Кляйн годится. Че, кто выиграл? О, видали, что подарили? Вот так вот. Любят, уважают. Пойдемте к другим ребятам. Так. Привет. А тебе точно можно участвовать в турнире? Ты очень высокий какой-то. Привет. О, спасибо. Я не участвую в турнире. Смотрите, Бейблейдер, ничего себе. Так, ребят, надо наклеить. Подержи, я отклею. Подержи эту беленькую. Оп, давайте на кейс. Бейблейдер наклеим. Опа. Я. Привет, бро. Здорово. Сейчас, да, ты видео. Подожди, я наклею наклеечку. О, все, красиво. Да, привет, передавай приветы. Всем привет. Всем привет. Ребята, привет. Давайте батлы покажем подписчикам. Вперед. Вперед. Ну, вот оно. Пошло дело. Верстку. Привет. Да. Мясо идет. Вот они, волчочки, ребят, смотрят. Так у нас сражаются ребята, топовые батлы на огромных аренах. Круто! Ура! Ура! Посмотрим чемоданчик. Вот они, сборочки. Смотри, не показываю. О, это запрещенные сборочки. В общем, батлы, друзья мои, на всех аренах. Это у нас состязается, по-моему, средняя группа. Младшая уже навершилась. Вот и новые участники. Привет, ребята! Вау! Давай, краба, бум! Да, это мой чемодан. Краба! А мы идем сейчас раздавать жвачки. Все протоколируем. Всем раздадим сначала жвачки, потом бейблейди. Берите, ребята. Жвачечки, опа, надо, чтобы коробка закончилась, пойдемте дальше. Вот, мы сегодня раздаем сначала жвачки, потом слаймы, ребята, угощайтесь жвачками. Потом бейблейды раздадим сегодня, подарим ребятам, да, берите. А сколько можно? Бери еще, хочешь, бери еще, любитель жвачки, и ты бери всем, да. О, пошли, все, всем раздать только, ребят, вот, все, бери. Хорошо. Так, пойдемте еще кому-нибудь раздадим. А, он, в принципе, сам пошел раздавать. Ребята, жвачки, пожалуйста. Пасы. Пойдемте. Они очень быстро заканчиваются. Жвачек много не бывает. Пойдемте теперь дадим здесь ребятам. Ребята, берем жвачки. Настраиваемся на победу. Нельзя. Понял тебя. Все. Уходим. Ребята, теперь идем раздавать слаймы. Вот здесь закрываются 6 штук. Вот сейчас кто первый ухватит, тому и отдам. Так. Пока никто не... Ага, социальный эксперимент. Ага, все. Опа. Так, так не достанется никому. Так, остается 2. Проходим здесь. Никто пока не берет. Опа, все. Закончились. Я тут пытаюсь дойти до ребят, у меня пускалки разбирают. Бери, да. А вот это? Бери. Ой, все закончилось. Так, ребят. Так, держи. Так, а вот это мы разыграем. Будем батлы устраивать. Пойдемте, ребят.
Пойдемте, батлы. Давайте, мясорубка, мольбим. Смотри, он отнял. Он отнял, у него волчок. Ты что такое? Ты что такое? Ладно, разыграем феникса. Погнали, ребята, вперед. 3, 2, 1, да бой. Батл сегодня мы устроим. 3, 2, 1, вперед. Вот так вот. Да бери, бери, все. Вот так вот, друзья мои, абсолютно рандом. Слушай, ну у всех огромные диски. Что это вообще? Это нечестно. Абсолютно нечестное забирание. Волчочки. Ну не знаю. Да, отняли? Отняли, отжали. Да, конечно, можно. Да, но... Чей Бейблэйд? Кто выиграет, ребята? Давай, кто выиграет того? Чей Бейблэйд? Осталось. Нужно я с финалистом шага. Да, да, вот. Кто успел, тот успел. У него вообще уже есть волшебник. Очень долго. Да. Я выиграл. Кто выиграл? Я. Точно? Ну, держи. Все, красавчик. Ребята, турнир средний. Посмотрите, он играет Джейлом Джормунгом. Давайте, ребята, поддержим его лайком. Да. Лайком. Infinity Patrol, а вот это у нас сегодня запрещено. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Infinity Patrol. Все, штраф. Пойдемте камеры посмотрим. Infinity Patrol. А как вы хотели? Забираем. У нас началась викторина за призы. Ребята уже голодные. Привет, что? Да, все хорошо. Так, номер 50. Вон там раздают призы, ребята. Плюс, помимо того, что я уже нараздавал и еще нараздав, у нас происходит еще викторина, друзья мои. Вот наши судьи, и Дима Дубовиков, и Илюша. И они раздают детям призы. Поэтому все, кто хочет, самые лучшие турниры, только тулочки. Пока проходит викторина, участники соревнуются. Давайте, ребят, что, батл? Нет? Красавчик! Молодец! Люцифер, друзья, Матфлайм, Рактавор. А где ты говоришь? А, вот, да, они приехали, два по отдельности. Да, это семь дамок. Да, то есть был набор, ребят, ты сможешь по отдельности забудить себе их. Так. Опа. Привет, Вальдовой! Привет, Ронтаро! Здравствуйте! Да, вау, класс! Пошли, ребята, будем. Викторина все еще идет, она не заканчивается, призов там еще очень много. Какой вообще бой, смотри, пакетчик целый. Спасибо. Опа! Что за битва? Так, давайте, ребята, как вас много, батл! Вперед! Давай! Вперед! 2-1! У нас тут и Валь того, и Ронтаро приехал. Ой, ой! Ты молодец, конечно. Друзья, и там тоже батлы, все арены просто забиты участниками. Вау! Кто выиграл-то? Ронтаро, ты куда забрал волчок? Молодец какой, это здорово, ребята, это очень здорово, это все хорошо. Ура! Молодец! Красавчик! Вторую медальку уже, молодец! И
участвовать в лотерее для старшей группы. У нас ребята уже стоят в ожидании своих призов. Два товарища ведущих, которые разыгрывают призы. Там очень, ребята, много... Где призы-то? А, призы спрятали, вот там в сумке у него лежат. Вот такие дела, ребята. Поздравляем, третье место, красавчик! Красавчик, молодец! Ура, 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 ура! Бейблейдер! Турбо! Уже поздравляют, уже поздравляют! Молодец! Ура! Итак, друзья, в общем, рассказываю. У нас полуфинал. Получается, Паша Пузанов, Кулишский Марк, они сражаются за право бороться со Степаном. Степан стоит сзади меня. Степан, залезь в камеру на секунду. Вот это Степан. Вот кто-то из этих двух товарищей будет драться со Степкой. Степка молодец. Друзья, в общем, я немножко прервался. В первом раунде выиграл Марк. Марк — это вот он. И у них второй бой сейчас. И этот бой до 2 очков. А это Андрей, брат Марка, тоже выигрался, красавчик. А это папа, папа Марка и Андрея, но он сегодня не играл. Он сегодня яростно болел. Итак, каким расчетом ты еще расчет? Не знаю, где чей. Просто видишь, что я сейчас. Как 1-1. Поворот. Итак, дамы и господа, у нас счет 1-1. Снова 2 спряга. Снова у нас какая-то непонятная ситуация. Но Марк уже сегодня выиграл один раз, так что ждем. Итак, ребята. Кто-то выиграл? Выиграл Паша! Красавчик! Звездочка! Друзья, у нас финал. Степан и Павел. Время уже около 9 вечера, а они не сдаются. Я готов. Играем до 1 очка. 3, 2, 1, вперед! Это ты цельный, Степан? Играют тут одинаковыми волчками. У него зеленый козырь. Потому что на этих аренах другие волчки. Так. Нельзя использовать. У меня. Финале. Я на такой арене возьмешь волчок односторонний. Тогда будет ничья. Он золотой, я серебряный. Так. А какой круче? По вашим правилам бегущим, использовать односторонний волчок в финале вообще запрещено, потому что ты проиграешь. Чего за бред? Так, друзья. Бригад победил, который пас. 1-0. 1. Степа тут 0. Но шанс еще есть. Осталось 3, 2, 1, вперед! Так. Картина немножко изменилась. Итак, ребята, смотрим. Смотрим. Одно очко есть уже у Паши, одно у Степы. Ну и ноль у Степы, опасно. Нет, я тут все. Одни и те же, ужас, они спрятаны. Нет, не одни и те же. Да. Ничья. Ничья. Все, я поехал домой. Готовы. Ребята, у нас еще один раунд. 3, 2, 1, вперед. Ой. Опасно. Ребята, какие правила? В комментариях напишите правила. Что, устроит тобой 2 вторых места? Поворот. Да ладно, еще играют. Подожди, еще раунд. Пока одно очко у Паши. Ничья. Победила дружба. Друзья, в общем, я вам скажу, кто из них выиграл. Вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы еще их наградим. Но пока не знаю, кого из них. В комментариях пишите, кто выиграл. Но вы уже узнаете прямо сейчас это. Так, друзья, ну вот они, финалисты. Получается, первое, второе, третье. Красавчики. Всем пока.